Привет подписчикам, привет всем, кто попал на мой канал и смотрят мои ролики. Значит, 1 мая сегодня, нашел место, нашел рапс на близлежащих полях. И собираюсь, значит, выехать сюда послезавтра. Рапс уже по пояс. Значит, рапса много, не знаю, сколько здесь гектар, ну хватит для моей пасеки, для чужих еще хватит. Значит, у нас здесь посадка. За посадкой, оказывается, пошел и нашел, оказывается, взошел уже подсолнух. Сейчас я попробую даже ковырнуть, показать семечку. Значит, взошел подсолнух. Так, ну не так, чтобы очень массово. Вот, вижу, здесь есть. Вот, 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 вот. Сейчас попробую надковырнуть. Ну, я уже надковыривал, смотрел. Значит, это 100% подсолнух. Вот и семечко. Вот семечко. Семечко обработанное какой-то фиолетовой химией. Ну, будем с медом. Подсолнуха тоже вижу. Поле довольно приличное. Ну, жалко, конечно, что нету здесь ни липы, ни акации рядом. То есть у меня акация отсюда 30 километров, липа отсюда 15 километров. Ну, будем двигаться. Тот, кто двигается, не сидит на месте, будет всегда с медом. Все, спасибо всем за просмотр. Как откачаемся, будем переезжать. Буду снимать, буду показывать. Всем пока-пока и до новых встреч. Пишите внизу в комментариях, кого что интересует. Не судите строго. Пока, до новых встреч.